Добрый день, друзья! Добрый день! И снова мы занимаемся заготовочками. Сегодня у нас в нашем меню овощное сате «Узбекский салат на зиму». Все ингредиенты в описании пишу, сколько, что нужно для этого салатика. Ну вот сразу говорю, здесь 2 килограмма кабачков, порезанные кубичками. Добавляем 1 столовую ложку с горкой соли, добавляем 1 стакан сахарного песка или чашечку. Сразу скажу первоначально, что это первоначально, поскольку мы будем добавлять следующие еще овощи, поэтому окончательный вкус на соль и сахар будем пробовать в конце. Дальше нам нужен стакан томатной пасты, и мы ее разведем в 500 мл воды. И стакан растительного масла. Все сейчас мы перемешаем и поставим на огонь до закипания. Кабачки, сахарный песок, растительное масло, соль, томатную пасту, которую развели мы в воде. Все размешали очень тщательно. Ну, с кабачками размешали и ставим на огонек. Друзья, кабачки начинают закипать. С момента закипания варим 10 минут. Так, кабачки варились 10 минут с момента закипания. Далее добавляем лук, порезанный кубиками. Значит, на 2 килограмма кабачков, 900 грамм кубичками лук порезанный. Доводим до кипения и тоже варим 10 минут. Еще прошло 10 минут. Поварились кабачки плюс лук. Я как в сказке вам рассказываю. Далее мы добавляем килограмм моркови, потертой соломкой. Все размешиваем. Доводим до кипения и варим еще 10 минут. Ну что, друзья, прошло еще 10 минут, как поварилась наша морковочка. И мы как в теремке. Теперь добавляем томаты. Только томаты я предварительно обдала кипяточком, убрала кожуру, протерла через сито. И у меня вот получилось без косточек, без всего вот такое томатное пюре. Все количество ингредиентов я напишу в описании. Доводим до кипения и варим еще 10 минут. Как в сказке у нас получается. Друзья, прошло еще 10 минут. Такие запахи на кухне просто не передать. Знаете, вкусненько-вкусненько. Опа. Кстати, забыла вам сказать, что все варим мы под крышкой. И добавляем перец болгарский плюс острый. Перемешиваем, варим еще 10 минут. Друзья, и на последнем этапе, после прошедших 10 минут, мы добавляем чеснок мелко порубленный и 1 столовую ложку 70% уксуса. Провариваем минут 7 и раскладываем по стерилизованным баночкам. Друзья, наше аппетитное узбекское сате готово. Раскладываем по стерилизованным баночкам, закрываем стерильным крышечками. Все здорово, приятного вам аппетита. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Оставайтесь с нами на канале. Мы вам всегда рады. А еще я хочу сказать, что вот это блюдо, вернее, вот эта вот закусочка очень подходит к макарончикам, к пюрешечке, к рису. Просто замечательно. Настолько она вкусная, я уже делаю ее не первый год. Приятного вам всем аппетита. До новых встреч. Друзья, ну вот такое количество баночек у меня получилось. Я уже попробовала. Вкуснятинка неимоверная. Зимой уйдет на ура. Всем советую от души.